Ох, какая ароматная! Прелесть! Аромат цветущей весны нашей. Ветеран Николай Михайлович – старожил КСМа. Себя он называет и ветераном микрорайона. Кстати, он принимал участие в строительстве этого Дома культуры. Сегодняшний субботник Николай Карнаухов считает большим и даже вдохновляющим событием. Это торжество. Весна, весна, твое рождение – одно из памятных годов. Такое всюду пробуждение и все земное на виду. Я радуюсь, что общество объединяется и вот это все делает. Это творчество своего рода. И дай Бог, чтобы оно росло все и на будущее. Один асфальт, что ли, смотреть? Это же вдохновляет, во-первых, человека на жизнь. Сегодня на КСМе высадили 150 саженцев. Это и деревья, и кустарники. Растения общественникам местного ТОСа подарили другие общественники, которые решили участвовать в озеленении города. Хотим, чтобы город был у нас экологичный, зеленый, с плодовыми растениями, которые будут цвести всегда и радовать. Ну, город-сад у нас, короче, чтобы был. Это плодовые растения, которые потом будут плодоносить, и люди будут не только цветы ими наблюдаться, но и потом могут и вкушать их прекрасные вкусовые качества. Сегодня в микрорайоне действительно заложен целый сад. Среди посаженных растений – алыча, инжир, черешня, лавровишня, персики, редкие сорта лимонов. Одну часть высадили на площади у Дома культуры, остальное раздали домкомам и распределили по всему КСМу. Мы дали школе, мы дали домкомам, сейчас садику еще дадим. И все это рассаживаем каждый год для того, чтобы микрорайон все-таки расцветал, все разрастается, и это на наших глазах уже происходит. КСМ будет лучшим, самым обустроенным, самым благоустроенным. Пусть никто не обижается, но это вызов для всех остальных микрорайонов, да? Но КСМ на самом деле, вы видите, у нас сквер, набережная, площадка ТОС КСМ, 12 детских площадок. И это только начало. Город старается соответствовать, да, курорту, и мы не должны отставать, хотя мы там самый дальний микрорайон центрального района, но мы не должны быть хуже центра или других микрорайонов. Посадили сегодня деревья и в центре города, на улице Воровского. Там расширили аллею, заложенную в честь 30-летия Великой Победы героями штурма Рейхстага – Сьяновым, Кантария и Шатиловым с участием школьников. Новые саженцы, посвященные защитникам Отечества, сегодня высадили юные сочинцы – ученики первой гимназии. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ.